Видео заснять, так выходим из аквапарка и все. Выходим. Артемке аж просто да, глаза красные такие, да? Как мы напухали. Прямо как у Сильвестра Сталлоне в фильме. Рокки. Да, вот такие глаза. Ну вообще, супер. Все, аккуратненько спускаемся. Давай я тебе руку дам. Держись. Давай помогу. Медленно идем. Можешь за палец мой держаться, если хочешь. Или так пойдешь? Ну давай, спускаемся вниз. Это очень опасно. Да, там опасно. Если тогда спуститься. Да. Паркинг, кстати, бесплатный, как выяснилось. То есть для тех, кто на аквапарк посещает. Я думал, только опасно. Да. Я думал, 3 часа только. Нет, сказали, что вот талончик надо будет этот парковочный. Сейчас на выходе показать. Ну, где там я из аквапарка вышел сейчас? Сбегаю у меня в машине, покажу наверху, мне там штампик поставят, все, как-то там сделаю бесплатно. В общем, кто в аквапарк приезжает и ставит здесь, это бесплатно, как я понял, это замечательно. Кстати, пока помню, Артемка сегодня такую фразу сказал интересную, когда мы уезжали. Ну, одевали трусики, и Артемка говорит, вот дословно цитирую, то есть, возможно, я скажу глупость, но это у меня двигатель, и показывает на свою, извините, письку. Было забавно. Так, да, это я рассказываю историю сегодняшнюю, где просто было здорово, как ты сегодня сказал, интересно. Так, ну вот наша машина, идем к ней. Все. Были сегодня до упора в аквапарке, очень хорошо. Пошли до полдесятого, да.